Радоница – это особый день поминовения усопших. Приходится она на 9-й день после Пасхи. Слово «радоница» происходит от слова «радость» и призывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а наоборот – радоваться их рождению в другую вечную жизнь. Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на кладбищах, куда приносят крашеные яйца и другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза, а часть приготовленного отдается нищим. Из глубокой дохристианской древности идет обычай отмечать место погребения устройством над ним холма. Переняв этот обычай, христианская церковь украшает могильный холм символом нашего спасения – святым животворящим крестом. Крест на могиле православного христианина – это молчаливый проповедник бессмертия и воскресения. Водруженный в землю и возвышающийся к небу, он знаменует веру христиан в то, что тело умершего находится здесь, в земле, а душа на небе. Могила – это место будущего воскресения, и поэтому мы соблюдаем ее в чистоте и порядке.